Анастасия Витальевна, добрый день. Меня зовут Ольга, интернет-магазин зоотоваров thezoo.ru. Вы покупали в нашем магазине компрессор для сушки шерсти, и я звоню, чтобы поинтересоваться, в порядке ли товар, есть ли вопросы. Нет, вопросов у меня к товару нет, я очень довольна, мне очень понравился. Вот, я как раз вчера сообщу вас, заказ сделал, соединил, чтобы по времени хотел минеральные добавочки заказать. Вот. А так нет, у меня к вам никаких претензий, мне очень нравится. И в дальнейшем я попробую вас в магазине сделать покупку. Спасибо большое вам. Ага, ой, спасибо большое за такой приятный отзыв. Ага, ясно. А вы скажите, пожалуйста, а вы для... Не, у вас какая порода? У вас одна собачка, несколько? Нет, у меня питомник, у меня чел-чел. Угу, все понятно. Что мне очень устраивает, именно очень быстро сушится, очень хорошо, и я довольна. Потому что я до этого пользовалась компьютерами мяса. Конечно, такого результата не было, то есть потому что такого не получилось. Ага. Анастасия, скажите, пожалуйста, можно, вот наш разговор, он записывается, можно ли запись нашего разговора наши программисты выставят на сайте? Даете вы такое разрешение? Ну, конечно, я даже ничего не исполнить, ну, конечно, можно. Мне хотелось, конечно, видеоролик сделать, отправить из пошушки собак, но не получилось немножко по времени, но я думаю, что время будет, я обязательно вам пришлю и видеоролик, как шерсть человек собак ухаживает с помощью вашего конфликта. Ага, спасибо, какая замечательная идея. Спасибо вам огромное, Анастасия. Ага. Спасибо вам, спасибо, что вы существуете, очень хорошо помогаете, это очень удобно. Я, у меня щенков покупать, я рекламу даю на ваш магазин, то есть, и я знаю, что у вас уже покупали для моих щенков и минеральные добавки. Я думаю, что должны и школьники для огромного покупать. То есть, мне нравится, как вы работаете, мне нравится ваш ассортимент, так что я думаю, что в дальнейшем мы будем сотрудничать с вами. Спасибо большое, Анастасия. Спасибо. Хорошего вам дня. До свидания.